Теперь собираем улики. Итак, всем привет. Как всегда, всем здравия. Сегодня будем тестировать на другой сайге 410 банку от Ковальски. Вот. Вот такая вот сайга 410. Вы уже ее все видели. Сейчас баночку накрутим. Тестировал на другой 410, все окей, но так как без парадокса, пульки летят куда хотят, так сказать. Вот такая вот баночка, выстрелов, наверное, уже 400 точно на ней сделал, но на этой сайге еще не делал. То есть 410 исполнение 0.4 та была. Вот, все окей. Дозвуковой патрон я перебирал, делал чуть ниже. Сейчас придут матрицы по 410 с прессом, я сделаю 0.9 и 1 грамм. Посмотрим, будет перезаряд, нет. Вот. Вот так она выглядит. Очень эпично, да? Ну давайте. Вот этот магазин я маленько подточил. Он клинил на 5 патронах. Ну, то есть остается 5 патронов, он клинил. Пойдемте подальше отойдем. Посмотрим, что у нас там получается. В перчатках не особо удобно ремень цеплять. Ладно, потом зацепим. Ну, надеюсь, не разорвет ничего тут. Не перезаряд. Не перезаряд. Магазин все-таки не работает нихуя нормально. Ну, с пулей, с патроном ПБЗ слишком громко, конечно, получается. Вот. Теперь возьмем. Кстати, магазин все-таки хуйня. Вот такие магазины нахуй не покупайте. Дешевые, беспонтовые магазины. Вот. Теперь возьмем наш любимый магазинчик. Один из любимых. Посмотрим перезаряд. Как будет перезаряд. Вот. Сейчас зацепим ремешок. Кстати, одна точка удобна, вот этот ремешок. Вот так он висит. Можно регулировать. Как хочешь, опустить. Поднять. Давайте еще раз попробуем с этим магазином на скорости. Видите, как отработал магазинчик. Вот они, магазинчики, запоминайте нахуй. И не покупайте хуйню. Они, кстати, тоже заработали, там немножко подпилено.
Вот. Теперь что? Теперь давайте снарядим дозаковые стриж. Вот такой вот в маленький магазин четырехзарядный. Потом мы сделаем, переделаем эти патрончики, как всегда, под 1 грамм. Ну, чтобы перезаряд был и звук как бы это минимальный. Это дозвук. Да, здесь еще ничего не разработано, блядь. Дозвук. Дозвук. Туда же стреляем. Ну, если на видео будет слышно, если на видео будет слышно, как бы сами все решайте. Это Ковальский баночка. Вот. Что еще? Что с ППЗ, что со стрижем, вот с этим, с техримовским, да, металлической гильзой, у меня уши не глушило. То есть наушников даже я не стал одевать. Вот. Ну, конечно, лучше брать, если будете брать с парадоксом. Он дороже, конечно, но эффективнее будет на охоте. А так для пострелушек вот обычная баночка. Вот. Ну, как-то так, ребята. Подписывайтесь обязательно. Если ты, мудак, не поставишь лайк, я тебя найду нахуй. Всем удачи, всем пока. Теперь собираем улики. Ползут улики. Хуяк нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз пачка. 11, 12, 13, 14. Улики, улики. Собирайте обязательно за собой улики. Не мусорите в лесу.